А в рюкзаке моем есть все. Сегодняшний маршрут. Пойдем вот по этому склону на Глинку. И за нее, чтобы подняться в итоге вот туда, на Пирамидальную. Лену нашу можно выпускать, тропить снег по колено. Ей будет хорошо. Она вон как сквозь траву высоченную идет, да, Сереж? Давай. Говорю, что есть выход на дорогу, а Сережа говорит... Дорога это для трусов. Не для нас. Нам же хлебом не корми. Дай на камушках поставь вот так. Лапласа еле виден, но видимость есть. Наша конечная точка — пройти по хребтам и вот туда, на макушечку скалистой. Газопровод в долине Атлантов. Нам нужно через него перемахнуть и уйти на скалистую. Вон макушечка видна. Не, Леночка, не, надо. Я думаю, что все-таки будете. Однозначно. Вот это называется запрещенный прием. Это запрещенный прием. Лена, тебе хорошо? А, обалденно. Лена чувствует энергию дерева, весеннее пробуждение. Скалистая, мы к тебе идем. Почему сбывается желание в долине Атлантов? Вот Сережа когда не придет, загадает, да, желание? Потому что надо загадывать правильное желание. Я когда загадываю мороженое, пирожное. Сразу в этот же день сбывается, буквально вечером. Все, Лена, поняла, что загадывать? Давай. Поняла. Ложись. Короче, у меня короткие руки. Это видео, наклоняй. Не, так, не надо. Вот так, надо. Блин, это солнце мешает. Лена, чуть ко мне ближе. Да. Мы лежим на камне желаний, загадываем желание. Лена, ко мне ближе. Это коллективное желание, чтобы мы все собрались вместе, слышите? Желаю, чтобы все. Сережа зафиксировался, не нервничает. Выпил бутылочку валерьянки. Ногу вытяни, носок наоборот. Я и так храбрый. Ну, продолжим, пожалуй. Мы тут кое-что не закончили. Приятного аппетита. Спасибо. Лена, тебе уже хорошо? Да, почти. И мне хорошо, сейчас будет. Think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Ленуся, что там у тебя за радость? Я нас нашла за все время. Прям глаз мне блеснул. Ну вот такой вот, дымчатый. Ты счастлива? Да. Обалдеть. Ну, мой, вот, собственно. Да. Идем в поход, настроение улет, тропинка за собой вперед ведет. Мы идем в поход, настроение улет, и хоть раз кто в походе был, поймет.